честно говоря. Вообще удивление. Немножко вызывает, да, какие-то. Да, вызывает немножко удивление. Еще один фигурист, который в нынешнем сезоне выступал на юниорском уровне, на юниорских этапах Гран-при, это Петр Гуменник. И на финале Гран-при. И, в отличие от Данилиана и Яблокова, добрался до финала, где очень достойно смотрелся. Этот спортсмен представляет Санкт-Петербург, и вот его тренер Вероника Дайнека, а также рядышком с ней стоит Тамара Николаевна Москвина. Музыка Максима Родригеса в короткой программе у Петра Гуменника. Это группа Тамары Николаевны Москвиной. Ее школа санкт-петербургская. Катался, губу себе прикусил. Очень хороший мальчик. Мне, так сказать, просто посчастливилось с ним немножко работать в этом году. Они приезжали несколько раз. Удалось еще подключить к нему Колю Морозова. И мы вместе работали, вот делали. Тамара Николаевна нам доверила. И его тренер Вика Дайнека приезжала вместе с ним. И мы делали... Делали дорожку и в короткой программе, и в этой что-то переставляли. Он вообще очень хорошо слушает. Вы знаете, это приятно, что с детства, когда работаешь с людьми, со спортсменами, они тебя слушают, вот буквально затаив дыхание, и делают абсолютно то, что ты их просишь. То есть они, глядя тебе в глаза, понимают, что ты от них хочешь. И это очень большое качество. Вот, посмотрите, вот он. Поставят они ему? Или... Ну, здесь чисто, тут даже на повторе видно. Что, поставят галочку? Нет, нет. Никаких галочек, слава Татьяна Богу. Анатольевна, все в порядке. У него немножко такие дерганые выезды на приземлении. Но дело в том, что Петя очень вырос. Он буквально 2 года назад, это был половинка Пети было. Он, да, он вырос в 2 раза практически. И, конечно же, ему очень тяжело. У него, естественно, и травмоопасно это очень. Вот вращение, да, потеря... Вращение потерял здесь уровень парочку, но зато он прыгнул Луц Ридбергер. Это мало кто прыгает, правда? У мужчин особенно вообще во второй половине, да, это редко кто прыгает.
Вот, и Петя очень такой умный парень. Я слежу за его инстаграм, например, и, как все другие спортсмены, он не отсиживается где-то в отеле на соревнованиях, всегда ходит, изучает город. Да-да-да, изучает город, музеи, смотрит, да. То есть да-да-да. Занимается саморазвитием. Я и, тоже смотрю. Да, и это просто очень импонирует. Катался он в Санкт-Петербурге сначала в группе Алексея Николаевича Мишина. Парня тоже очень часто выкладывали в соцсетях, как он прыгает каскады там из 10 прыжков подряд, тройных тулупов или тройных ридбергеров. Но многооборотные прыжки у него техника, не появлялись. Техника мишинская. Да. Ну вот потом поменял тренера, уж не знаю по какой причине, но тренера поменял, взял и пришел не к самому распиаренному специалисту. Нет, нет, нет. И вот вместе с Викторией Дайбека добивается очень высоких результатов. Действительно, 88 баллов набирает Петр Кунинник, существенно выше, чем два предыдущих спортсмена, и уверенно возглавляет сейчас текущую таблицу чемпионата. Но он сделал... Да, поздравляем и тренеров, поздравляем. Викторию Дайбеку и Николая Морошкина, который занимается катанием с этим парнем. Здорово, классный юниор.